Добрый день, дорогие друзья! Хорошего дня вам, хорошего настроения! Наш традиционный небольшой видеообзор. Кроун Дюкл стал встречаться совсем редко. Есть в наличии соусники. А вот такой салатник один. Редкая такая серия. Мало того, что сам по себе Кроун Дюкл встречается редко, так еще и серия очень редкая. И осталось три больших тарелки 26 сантиметров в диаметре. Канделябр на 5 свечей, полностью разбирается, достаточно тяжелый и массивный. Здесь у нас просто великолепный такой комплект серебрения, сахарница, два чайника разного объема, молочник, это Франция. Очень хорошее состояние, требуется небольшая чистка. Кремы стоят на каждом предмете. Очень редкий предмет. Яйцеварка. Англия. Тут уже 19 век. На 4 яйца. Большой поднос, это тоже у нас Франция, есть вот такая монограмма в середине. Посмотрите, какая это прекрасная работа. Сахарница большая. Вот такой круэт из четырех пашотниц с ложками. Это тоже Англия, 19 век. Сифтеры. Тоже клеймы стоят на каждом предмете. Хорошее состояние. Большая чайная пара, Франция, 350 миллилитров. Есть две вот таких тройки, Англия, 20-30-е годы. А также есть блюда из этой серии и молочник. Есть блюдо у нас. Небольшая хрустальная шкатулка для всякой мелочи. Это нахтман. Ваза для цветов серебрения. Так, было две, вот одна ваза осталась. Редко такие вазы встречаются. Это у нас ваза Вальдерхоф, 50-60-е годы. Еще одна ваза для цветов, Бильге. Вот такое панно. Это Япония. И чайное трио, 50-60-е годы. Это у нас Германия. Очень хорошее состояние. Чайный комплект. Койнзихт. Мануфактура 30-е годы.
чайник, сахарница, молочник и чайные тройки. Все в очень хорошем состоянии. Бонбоньерка в кобальте. Большой круглый поднос Англия. Веджвуд. Очень редкий цвет. Виноградная лоза. Коллекция. У нас сейчас остался соусник, две миски, одна бульонная пара. Это поднос от Фюрстенберг. Подсвечник на одну свечу, Англия, костяной фарфор, Энсли мануфактура. Тарелки Веджвуд, тоже серия виноградная лоза, тоже достаточно редкая серия, в редком цвете, исполнение. Соусник Краутхайм, тоже 30-е годы. Бонбоньерка, вообще это табакерка, кремверы, Англия. Большое блюдо. Серебрение по металлу на ножках. Тяжелое такое, прям массивное, добротное. Декантер. Франция, вторая половина 19 века, сигнатура стоит и клеймо по металлу. Поднос, вчера мы вам его показывали, вот один поднос остался. Вот такие хрустальные бокалы, комплекты 6 штук, это Англия, бесцветный хрусталь. Ручная амбранка, 6 штук в наличии. Ваза от Кайзер с ручной росписью. Рамка для фотографий. Серебрение по олову. Это тоже вторая половина 19 века. Уже конец 19 века. Подсвечник на одну свечу и два парных подсвечника. Это Англия. Картина с подписью автора, а также с сертификатом оригинала. Картина выставлялась в Дрездене в 1923 году. А в сертификате это все отражено. Антикварные гравюры, мода
1960-е годы Франция. Дорогие друзья, напоминаю вам, что у нас есть рассрочка. Предметы, которые вам понравились, вы можете приобрести в рассрочку. Для этого вам нужно написать или позвонить нам, написать WhatsApp, Direct. Номер телефона наш указан в шапке профиля. Также он есть в каждой нашей публикации и под видео. У нас один-единственный номер телефона. Он у нас указан во всех социальных сетях, на всех торговых площадках. Других номеров у нас нет. Все платежи идут на ИП Кристина Александровна Ша. Для оплаты мы присылаем вам ссылку. Вы по ней проходите, попадаете в систему быстрых платежей, выбираете свой банк, вводите указанную сумму по счету и оплачиваете. В настоящее время у нас не проходит никаких акций и распродаж, поэтому если вам предлагают предметы со скидкой, будьте внимательны и бдительны, сразу свяжитесь с нами. Еще раз всем приятного просмотра и хорошего дня!